Всем привет! С вами sports.ru. Корреспондент Илья Ковалев уже в Краснодаре. И я приехал сюда, чтобы посмотреть финальный матч в онлайн-медиа-лиге между Тудротс и Родиной Медиа. Смогут ли пацаны Никита и Жеки отстоять титул, или Текила и Дмитрий Тарасов заберут первый трофей в истории своей команды? Узнаем? Я блогер. А это главный стадион Краснодара. В огнях. Финальный матч должен был проходить здесь, но из-за установки турникетов игру перенесли на стадион Академии. Продолжаем нашу прогулку по парку. Извините, а вы знаете, кто на стадионе сегодня играет? Нет? Медиалига, не слышали что-нибудь о таком турнире? Тудротс, может быть, команды? What? Bro, what are you talking about, man? Продолжаем поиски людей, которые что-то слышали о финале Медиалиги. А вы знаете, кто на этом стадионе сегодня играет? Are you serious? Сегодня здесь финал Медиалиги. Слышали о таком турнире что-нибудь? На, серьезно, ты не верил. Говорят, тяжелее защитить титул. Сегодня Тудротс играет опять в своей форме цвета Тиффани. На фарт наверняка они ее выбрали. Они здесь были битком, набрали кучу стюардов, чтобы больше никто не выбегал, потому что это было здесь тут достаточно сильно очково. Но, ребят, это будет самый крутой матч года. Тот, кто не сдается, не может проиграть. Тудротс Ультрас. Вот так ведут себя чемпионы. Пацаны, вы что, не набегались? Лови аптечку. Очень болен, я почти умираю, а где-то ты ничего.
что я работаю в такой команде с такими людьми. Это, наверное, любой тренер мечтать может, чтобы работать и с блогерами, и с лучшими профессионалами, которые вышли на такой уровень, который мы сегодня показали. Вот. Я вас всех люблю. Я ухожу.